окрестностях Niagara Falls. Большущий это казино. Мы с вами налево. Не знаешь, куда идти, иди налево. Но сейчас вот посмотрим, как готовится к Рождеству у нас здесь. Вот такие окрестности у нас. Все для вас. Повторюсь, вот это большое здание, это все казино и отели. Так, ну что, опять развлекательная часть. Она тут небольшая, вдоль речки Ниагары и вот так немножко перпендикулярно. Так, ну что, посмотрим, что у нас там дальше. Вы видите название отеля, я уже не буду. Так, ну что, мы посмотрим, проверим, как там после некоторых, так сказать, машинных аварий прямо на мосту. Не хочу называть это все своими именами, но вот мы налево не будем с вами поворачивать, проверим, что происходит на Rainbow Bridge. Мы же попали прямо в гучу событий, как вы понимаете. Вот такие красоты. Вот, мы никогда этого не избавимся от этого left right, мы ничего. Я хочу вас просто, ну не то что удивить, немного порадовать вот такими интересными находками. Вот смотрите, канатоходец ходит прямо над дорогой, видите? Прям вот глядите. Все для вас. Ну все, мы приближаемся с вами к Rainbow Bridge. А вот такой дом, посмотрите, кривой. Видите, он специально так криво сделан. Ну а дальше интересности, видите, казино. А мы с вами Rainbow Bridge. Там, где все началось и случилось. Посмотрите в новостях, как это называется. Я не хочу, чтобы забили вот это вот видео. Посмотрите, какая красотища. Там комната страха какая страшная. Вот кривой домик, видите, как здорово. Ну все, мы в Шератон.